пресловутая Олимпиада в Сочи уже давно стала чем-то вроде даже не притчи во языцах, а каким-то больным нарывом. Сейчас в результате сложилась ситуация, когда полстраны ждет, что эта Олимпиада с треском провалится, там откроются миллиардные хищения и вообще, что называется, понесется дерьмо по трубам. Вторая половина страны ненавидит эту первую за то, что она этого ждет, а власть на все это дело смотрит с загадочной улыбкой сфинкса. Честно говоря, хочется уже, чтобы этот позор скорее случился. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.